собственно, мы перешли плавно из какой-то интимной сферы любовной лирики в сферу семейную. И у меня не так тоже много таких песен, но тем не менее эти песни есть. И, наверное, самая большая похвала за всю мою жизнь, которую я получала за свои песни, это была похвала за эту песню от конкретного человека, от моей бабушки Агриппины Сергеевны. Когда я записала эту песню на тогда еще кассете, привезла ей, слава богу, она была жива, и она слышала эту песню. Она ее послушала, помолчала и сказала: «Ох, Ольга, вот это самая большая похвала». Весь бабушка, Агриппина моя.